В эфире новости, в студии работает Алмаз Ашим. Здравствуйте. Почти 2 миллиона казахстанцев в этом году ждет повышения заработной платы. Кроме того, повысится уровень прожиточного минимума, пенсий, пособий, студенческих стипендий. В правительстве составили список значимых социально-экономических преобразований, которые будут реализованы в течение года. Так, размер минимальной зарплаты в республике с сегодняшнего дня вырос с 60 тысяч до 70 тысяч тенге. Кроме того, заработает льготное микрокредитование для молодежи. Планируется строительство порядка 400 оборудованных школ, почти на 850 тысяч мест. Медицина станет доступнее на селе. Будет уделено внимание строительству жилья и дорог, особенно в регионах. А уже в марте заработает закон о банкротстве физических лиц, который позволит помочь казахстанцам, которые оказались в сложной финансовой ситуации. Законом предусмотрен ряд мер поддержки, государственная помощь социально уязвимым категориям, возможность заключения мирового соглашения и другое. Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования папе Римскому Франциску. Глава государства отметил, что с глубоким прискорбием воспринял новость о смерти папы Римского Бенедикта XVI. Бывшего лидера католической церкви знают как выдающегося духовного деятеля и великую личность, неустанно трудившегося во имя продвижения идей мира, взаимопонимания, гуманизма, говорится в телеграмме. И это останется в памяти всей мировой общественности, заключил президент. Сразу два чрезвычайных происшествия случились в США в новогодние праздники. В штате Алабама неизвестный открыл стрельбу в толпе. Полицейские сообщают о гибели по меньшей мере одного человека, 9 ранены. В Нью-Йорке неизвестный начал с мачете нападать на полицейских, которые патрулировали город. Два сотрудника правопорядка пострадали. Известно, что напавшему 19 лет. Что стало причиной случившегося, не сообщается. Австралия будет требовать для въезжающих в страну путешественников из Китая отрицательные тесты на ковид. Минздрав об этом заявил, и такие требования будут также распространяться на приезжающих из Макао и Гонконга. В силу правила вступают с 5 января. И поясняют, решение принято из соображений предосторожности, поскольку в регионе наблюдается резкая вспышка заболевания. В числе дополнительных мер в правительстве предлагают ввести добровольный отбор проб на коронавирус для прибывающих в аэропорт иностранных туристов. С 1 января в Турции начал действовать налог на проживание для туристов. Отдыхающих он не коснется напрямую. 2% от общей суммы за проживание государству должны выплачивать объекты размещения. Отели, пансионаты, гостиницы, кемпинги, курорты, апарт-отели, гостевые дома. Но эксперты считают, что нововведение так или иначе повлияет на цену отдыха. Налогом облагается также услуга «Все включено» и аналогичной ей концепции. По данным турецких СМИ, от уплаты турналога будут освобождены только иностранные студенты и представители иностранных дипмиссий на условиях взаимности. В Каспийском море из-за снижения уровня воды ситуация продолжает оставаться критической. Объем влаги стремительно падает. Ученые предполагают, что такими темпами вода может опуститься до 4 метров. Какие прогнозы озвучивают специалисты в Азербайджане? Наш сюжет об этом. Уровень воды в Каспийском море снижается с 2005 года. В реках, впадающих в Каспий, также наблюдается обмеление. Одной из главных причин называется глобальное изменение климата. По оценкам экологов, за последние 15 лет уровень воды упал почти на 1,5 метра. И самое прискорбное – это далеко не предел. Каспийское море – один из крупных закрытых водоемов в мире, а поскольку оно не имеет прямой связи с мировым океаном, его уровень постоянно колеблется. Явления эти могут быть кратковременными или долгосрочными. К примеру, сильные ветры в течение нескольких дней могут вызвать повышение уровня моря в одной его части и падение в другой. При кратковременных изменениях уровня общая водная масса моря не изменяется, а просто повышение уровня на одном участке сопровождается понижением на другом. Долгосрочные колебания уровня, сопровождающиеся увеличением или уменьшением общей водной массы, связаны с изменением водного баланса моря. Эксперты в Баку считают, что для решения обмеления Каспия требуется создание международного научного центра.
Это позволит ученым прибрежных стран объединить свои усилия для исследования проблем. Лидеры прибрежных стран во время Ашхабадского саммита в уходящем году вновь подтвердили применение согласованных норм использования Каспийского моря. Проведенные исследования показывают, что за последние 5-6 лет уровень воды в реке Волга существенно снизился. Это тоже является причиной падения уровня воды в Каспийском море. В целом прогнозы неутешительные. Снижение уровня воды продолжится. Если случится один из худших вариантов, о которых буквально трубят мировые исследователи, то нам не избежать проблем с экологической, экономической и политической стабильностью Каспийского региона. Поскольку резкие изменения уровня оказывают влияние на экономику и экологию прикаспийских государств, важно прогнозировать их в долгосрочной перспективе, считают эксперты. Учитывая эти факторы, Координационный комитет по гидрометеорологии продолжает регулярно проводить анализы на Каспии. Камила Джабарова, Аюн Гасан, Хабар 24, Азербайджан, Баку. С Нового года в Казахстане увеличились цены на сигареты и изделия с нагревательным табаком. Кроме того, уже несколько месяцев в стране на различных уровнях обсуждается другая инициатива – полный запрет на вейпы. Динара Абдирова проанализировала, как новшества отразятся на здоровье нации и на табачной отрасли. Новый год для большинства курильщиков начался с неприятного сюрприза. Ценники на табачную продукцию изменились, и не в их пользу. После паузы почти в 9 месяцев они снова подорожали, в этот раз на 60 тенге. И теперь стоимость пачки сигарет начинается от 650 тенге. Это, наверное, правильно, чтобы не подвергать соблазну молодежь и категорию людей, которые Придвержены к этой плохой привычке. Таким образом, наверное, будут регулировать меньшее потребление. Сам не курю и не приветствую это дело. Но есть люди, которые, наверное, сигареты для которых являются очень важным смыслом жизни. Я думаю, что неправильно. Они думают, что если подорожают сигареты, то значит люди не будут курить. Это разве помеха? Нужно смотреть с другой точки зрения. Официальные цифры подтверждают, даже несмотря на высокую стоимость табачных изделий, казахстанцы не стали меньше курить. Более того, спрос на сигареты растет, производство, соответственно, тоже. Только отечественные компании за год увеличили выпуск продукции на 21%. В 2022-м казахстанцы выкурили 15 миллиардов штук сигарет и папирос, говорят в бюро нацстатистики. Это не проходит бесследно для здоровья. 23 тысячи наших сограждан ежегодно умирают от болезней, связанных с курением. В правительстве пытаются бороться с этим путем повышения акцизов на сигареты. Почему мы каждый год увеличиваем акциз? Одна из причин – сократить потребление табачных изделий, уменьшить вред здоровью человека. Это долг правительства. Если говорить о цене, то согласно приказу Министерства финансов, у нас в стране определена самая низкая цена. С 2024 года планируется вновь повышение акцизов на табак. Но повлияет ли это на то, что казахстанцы станут меньше курить? По официальной информации, почти половина из числа активных потребляет в день от 15 до 24 сигарет. Больше всего зависимы от табака жители регионов, меньше всего те, кто живет в мегаполисах. В антилидерах Жамбылская область, Павлодарская и Карагандинская, где каждый четвертый имеет вредную привычку. При этом в Минздраве говорят, что граждане активно переходят на вейпы и электронные сигареты. В чем отличие между изделиями с нагреваемым табаком и вейпами? Система нагревания табака представляет собой небольшое устройство с отверстием для стиков. Табак здесь не поджигается, а нагревается до определенной температуры. Вейп тоже представляет собой небольшое устройство, но больше похож на ингалятор. Особенность в том, что внутри вейпа есть жидкость, которая нагревается и образует пар для вдыхания. В толпе вейперов вычислить очень легко. Они выдыхают облака пара, которые, как правило, не имеют отталкивающего запаха. Но с января изменились и цены на вейпы. Стоимость 1 миллилитра жидкости поднялась почти в 7 раз, с 8 до 53 тенге. В будущем эти устройства и вовсе хотят запретить в Казахстане. Попытка уже была. Осенью прошлого года соответствующий документ разместили на публичное обсуждение. Однако позже удалили. Эксперты к запрету относятся настороженно. Они опасаются, что рынок заполнит контрафактная продукция.
Всегда были сертификаты качества, сертификаты соответствия. Вот чтобы завести один бренд, надо пройти много-много этапов проверки устройства, аккумуляторов, жидкости, чтобы перевести их тем же авиатранспортом. Соответственно, расходы и выбирают бренды, те, которые качественные. Никто не будет брать электронную сигарету низкого качества и делать на нее все вот эти сертификаты. В случае запрета вейпа в Казахстане у нас вырастет, полностью вейпы перейдут на контрабандный продукт. То есть, что мы в результате будем иметь? Это потеря бюджета, большой риск здоровья населения, потому что контрабандная продукция не будет регулироваться никакими мерами и по маркировке, и по дозировке, и так далее, и так далее. Сегодня, по словам экспертов, электронные сигареты занимают 12% табачного рынка в Казахстане. Это говорит о росте спроса на вейпы не только среди молодежи, но и подростков. По данным ВОЗ, в Казахстане среди детей от 11 до 15 лет потребление электронных сигарет увеличилось за несколько лет в 3 раза. Вейпы продают практически в каждом розничном продуктовом магазине, а цена на них не превышает 2000 тенге за штуку. Сегодня запрещается детям продавать электронные сигареты, распространять среди детей. Это вот наказуемое сейчас на законных основаниях. Но при этом мы каждые 3 года вместе с Всемирной организацией здравоохранения проводим массовые исследования. Мы видим, что среди последние годы среди детей идет употребление вот этих электронных сигарет. Поэтому этот вопрос Министерством здравоохранения был инициирован. Учитывая специального закона, сейчас не рассматривается, бурно идет сейчас обсуждение. Уже в этом году, по словам министра, будут внесены изменения в Кодекс о здоровье. Медиков поддерживают и в Духовном управлении мусульман. Главный муфтий заявил, что курение электронных сигарет – харам и серьезно вредит здоровью человека. Динара Абдирова и Наурызбай Курмангазы, Хабар, 24. В Музее изобразительного искусства Караганды открылась выставка «Зимние радости». Экспозиция на новогоднюю тему объединяет картины профессиональных художников и начинающих. Свои работы на суд зрителя представили ученики художественных школ и ИЗО-студии города. Марина Золотарева побывала на выставке. У Миланы Василенко сегодня дебют. Девочка 1,5 года занимается в художественной студии, и ее работа уже красуется на стене Музея изобразительного искусства. Ведь на выставку взяли лучшие детские произведения. Свое новогоднее счастье Милана представила в излюбленной технике. Эта работа выполнена в смешанной графике. Я больше люблю работать в графике. Я не очень хорошо делаю переходы, и графика – это самый простой способ выразить свои чувства на картине. Новогодняя тема мне нравится больше всего. Она более яркая, красочная. Ты сидишь в Новый год и смотришь, как красиво горит свечка. Новогодние сюжеты начинающих художников чередуются с произведениями маститых живописцев. На выставке представлено 37 картин из фондов музея и 65 детских работ. Их создали ученики 4 из студий города. Дети работали в разных техниках и стилях. Мы давали им такое, скажем так, небольшое положение, что это обязательно должны быть работы на зимнюю или новогоднюю тематику. Все работы формата А3. Работы получились такого открыточного характера. Давно забытое уже вот это вот искусство, когда были прекрасные, добрые открыточки, когда им их отправляли друг другу, когда мы писали какие-то замечательные пожелания друг другу, да, поздравляли со всеми праздниками. Вот сейчас ощущение в зале вот такое. Творческие способности сегодня раскрылись в полной мере. Сотрудники музея подготовили для гостей новогоднее представление. Юные художники стали участниками мини-спектакля, где продемонстрировали еще и артистические таланты. Марина Золотарева, Сайла Игликов, Караганда, Хабар 24. Новогоднюю ночь в роддомах республики на свет появились 240 малышей, 125 мальчиков, 115 девочек, в том числе одна пара двойняшек. Самое большое количество новорожденных зарегистрировано в Туркестанской области, 44 ребенка, 29 родились в Атырауской области, в Алматы 28 семей отмечали пополнение. В столице в праздничную ночь на свет появились 17 малышей.
Почти полсотни малышей родились за прошедшие сутки в Актюбинской области. В новогоднюю ночь на свет появились шестеро новорожденных, 4 мальчика, 2 девочки. По информации медиков, экстренная помощь врачей ни одной из пациенток не понадобилась. Все роды прошли благополучно. В областном перинатальном центре за предыдущие сутки было 28 родов. И мамы, и дети себя чувствуют хорошо, им оказывается вся необходимая помощь. К слову, наша служба круглосуточная и непрерывная, поэтому все мамы и дети не остаются без внимания. На этом мы закончим. Немного позже вернемся. До скорого.